Приветствую вас, любители рыболовных приключений. Итак, конец мая, собираюсь на рыбалку. Сейчас покажу вам, как приготовить интересную уловистую рыболовную насадку для всех речных и озерных рыб. Отлично подходит для ловли карася, леща, плотвы, густеры. Также много задают вопросов, как ты находишь рыболовное место, где найти рыбу, есть ли она там. Купил я подводную видеокамеру, мы с вами поедем на реку, побросаем, посмотрим, как там под водой себя чувствует рыба, что она покажет. Будет очень интересно, досмотрите до конца. Пришел мне вот такой вот приборчик под названием подводная видеокамера, заказывал на Валберес. Сейчас раскрою, сниму вам, покажу, что это такое. Открываем, смотрим, что у нас тут находится. Такая какая-то бумажка. Здесь инструкция, но я в принципе знаю, что это такое. У меня когда-то была здесь крепление, шнурок, зарядка, вот такое вот. А это крепление можно на удочку прикрепить и забрасывать, но нам пока это не надо. Все, мы пока побросаем с берега. Итак, это все откладываем, это все откладываем. Так, здесь она вот так запакована. Нам надо немножко распаковать ее. Так, это шнур, это сама камера. Сейчас мы ее будем бросать. Сама камера, кранчик вернее, хлоп. Здесь такие защитные штуки, чтоб солнце не светило. Где наш шнурок? Ну, здесь все просто. Включаем on-off, зарядка, камера и подсветка. Ничего сложного. Итак, врубаем. Хоп. Смотрим, что у нас тут появляется. А вот уже и изображение. Так, ну что, пошлите, бросим в воду, посмотрим. Итак, сейчас кинем на середину реки. Посмотрим, что там творится. Здесь глубина в районе где-то 2 метра. Смотрим. Телефон, конечно, не передает всех ощущений и полноты картинки, которая сейчас происходит на экране. Но вживую это все смотрится очень и очень красиво. Рыбок видно отчетливо, видно дно, ракушки на дне. Также наблюдал я и подводную растительность, травку снимал. Камера очень понравилась, изображение меня вполне устроило. Зимой отлично она подойдет опускать в лунку и смотреть наличие рыбы. Ну а летом вскоре выйдем, посмотрим с лодки, опустим под камыши, какая рыба обитает на нашем рыболовном месте. Ссылочку, где покупал эту подводную видеокамеру, оставлю в описании в закрепленном комментарии. Подводную видеокамеру потестировали, ну а теперь давайте приготовим уловистую рыболовную насадку. Нам понадобится обычная пшеничная мука, вода и растительное масло. Сделать жидкое сметанообразное тесто из муки и воды, вылить в горячую сковороду с маслом и жарить с двух сторон. Сковороду, конечно, следует хорошо разогреть. Масло лучше брать не рафинированное, подсолнечное или конопляное, если такое у вас есть. Обжаривать блины не дольше 3 минут. Блины должны получиться не тоньше 8 мм. Секрет уловистости блинов в том и заключается, что в отличие, например, от сырого теста, при обжарке происходит вскрытие всех ароматов из состава. Температурная обработка многократно усиливает запах и вкус всех входящих в состав блинов ингредиентов.